Сегодня 10 апреля 2018 года. Вот я квартируюсь временно, кота кормлю. И мне утром на работу, тут рядом я работаю. Мне удобно. А дети уехали на Кубу. Вот в таком великолепном месте они живут. А утром белочки тут скачут. А с другой стороны, вот такой вот закат солнца я наблюдаю каждый вечер. Утром я кормлю, выхожу на работу, к себе еду домой после работы. Вот так. Там цветет ветреница, весна тут случилась. И птички поют, воздух свежий. Вот заходит солнышко. Ой. Весна пришла.